Мурманской области после эвакуации населения до сих пор сохраняется напряженная обстановка. На блокированных территориях повсеместно орудуют банды мародеров, а в районе Таркова активизировали свою деятельность частные военные компании. Среди них западные ЧВК, представляющие интересы международной корпорации Terra Group, а также, по некоторым данным, российская частная военная компания BR. Присутствие последнего в неспокойном регионе по-прежнему не подтверждается российскими официальными властями. Войсковой операции внутри нашей страны. Подружек? Пока чисто. Внимание, контроль. Парни, скифу оставьте что-нибудь, а то осерчает и заведет нас еще на минные посевы. Пусть попробует. Я и с одной ногой сумею его захватить. Скиф единственный, кто знает эту местность, где искать его пропавших пацанов. Значит, он вылет со своей группой. Глядишь, и никого искать бы не пришлось. Так, мужики, затаривайтесь вещи, а? Пока толпа наших фанатов не набежала. Мармалей. У вас там пока все тихо. Где что-нибудь взять? Вода закончилась. Демон. Мне от этих говняков вообще ничего не надо. А если есть хамон, возьму свои слова обратно. Так, все, закругляемся. Скоро этих гавриков свои начнут искать. Пора валить отсюда. Где там наш головняк? Сокол форту. Сокол форту. Сокол форту. Сокол форту. Босс атлет вне зоны. Иди, тоже возьми себе что-нибудь. Эй, Скиф. А где твой минус? Где мародерка, которого ты контролил? Ты оглох нахуй, что ли? Эй! Где тело этого утырка? Твою мать. Этот хер, походу, со своим стволом ушел. Быть твой недобиток сейчас может оказаться где угодно. Серпом характер ранения. Оглох, что ли? Жесть!
Картечь. Петрович, это подплетник залетело. Мужики, наблюдаю движение в цеху. Наши западные партнеры нарисовались. Встать можешь? Все, онемело, сука. Наблюдаю 8 контактов. Скиф, сет по тебе. Принял. Маус, на место Скифа. Держи задний выход на железку. Так мольбу только лениво не услышит. Ну что, закусываемся или валим? Сет лежать. Скиф, серва в укрытие! What?